Добро пожаловать на канал Гонзик ТВ. Я рада приветствовать вас в моем ресторане, где совсем недавно вышло обновление, посвященное Хэллоуин. Итак, ребята, что же здесь добавили? Появился всадник без головы. Всадник без головы вернулся. Поговори с ним на кладбище, у него есть несколько заданий для вас. О, отлично, значит будут квесты и будут классные награды. Жуткие ограничения. Куча лимитированных предметов 2020 года вернулись. Тоже классно. Вы можете найти их на кладбище рядом с всадником без головы. Что ж, отправляемся на кладбище. Оно находится у нас в центре карты. И обратите внимание, сама карта тоже поменяла вид. Ее стилизовали под Хэллоуин. Очень классно. Итак, вот оно наше кладбище. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Вот он, всадник без головы. Давайте с ним поговорим. Привет, Гонзик, я всадник без головы. Я хочу вознаградить лучшие рестораны этой земли. У меня есть 5 заданий для тебя, каждый из которых будет сложнее предыдущего. Первое задание – найти 8 спрятанных тыков на карте. Поговори со мной, когда закончишь, я дам тебе небольшой подарок. Удачи! Что ж, ребята, пойдем искать тыквы, и вот здесь находится тот самый магазин. Вот они, лимитированные товары, некоторые за игровые деньги, некоторые за рубаксы. Но все это связано с Хэллоуин, и все это помогает призвать всадника без головы. И также здесь добавили тот самый лимитированный скин на ресторан, который посвящен Хэллоуину. Он был одно время доступен, потом его брали, и опять он здесь. Конечно же, я его включу, и вот он, как выглядит мой ресторанчик. Итак, отлично, отправляемся на поиски тыкв. Я уже вижу 2 штуки, они выглядят вот так, зеленого цвета. Подходим, собираем, и они становятся оранжевые. В принципе, найти их тогда будет несложно, раз они так ярко подсвечиваются. Итак, 2 штуки я нашла, давайте искать остальные. Все тыквы находятся в центральной части карты и спрятаны прямо недалеко от центрального кладбища. И их очень хорошо видно издалека. Это уже 4-я тыква, которую я нашла. Так, собираем, и теперь бежим в сторону магазина. Еще одна тыква, ребята, спрятана вот здесь, за этим стендом. Собираем ее. Это уже 5-я тыква. И остальные тыквы, ребята, спрятаны в магазине. На 2-м этаже, где скины. 1 тыква. 2-я тыква возле самого последнего скина, который был добавлен. Летний такой скин. И еще одна тыква, ребята, на 1-м этаже. Спускаемся вниз. И вот здесь, ребята, где пирамида, спрятана еще одна последняя 8-я тыква. Собираем ее. Отлично, появилась надпись, что мы выполнили задание, и теперь нам нужно поговорить с всадником без головы. Возвращаемся на кладбище. Сейчас посмотрим, какую награду он нам даст. Итак, разговариваем с ним. Впечатляет! Возьмите в награду 3 счастливые тыквы. Отлично, эти тыквы для украшения ресторана, и они сейчас как раз пригодятся. Гонзик ТВ, я дам тебе еще одно задание. Вы должны обслужить 10 VIP-клиентов в своем ресторане. И вот здесь на надгробии появляется задание, которое мы должны выполнить, процент выполнения и то, что мы получим в награду. 200 тысяч долларов мы получим за выполнение этого задания. Итак, через некоторое время выполнилось задание, также появляется надпись, что мы выполнили задание, и теперь давайте поговорим с всадником без головы. Это было не так уж плохо. Я дал вам 200 тысяч долларов в знак признательности. Гонзик ТВ, я даю тебе другое задание. Ты должен заработать 666 тысяч 666 в своем ресторане. Также на надгробии появляется надпись, что нам нужно сделать, и процент выполнения. Как видно, уже быстренько обслуживаются клиенты, и прямо здесь все это отображается. И в награду мы получим вот такой гробик, который служит для приманивания всадника без головы в свой ресторан. Итак, ребята, чуть-чуть осталось до конца выполнения задания, 97%, отлично, выполнилось. И теперь давайте опять поговорим с всадником без головы. Я впечатлен. В подарок я добавил призрачный гроб тебе в инвентарь. Гонзик ТВ, я дам тебе еще одно задание. Будьте готовы, это надолго. Вам нужно обслужить 8888 клиентов в вашем ресторане. И, ребята, за выполнение этого задания мы получим набор золотой королевской мебели. 2 стула и 1 стол. Это действительно займет некоторое время. Итак, прошло около часа по моим меркам, и задание выполнено. Давайте поговорим с всадником без головы.
Хорошая работа. Я добавил королевскую мебель тебе в инвентарь. Ты хорошо справился, но тебе еще предстоит пройти последнее испытание, прежде чем ты получишь мою награду. Гундик ТВ, я дам вам последнее задание. Ты должен обслужить меня в своем ресторане. Вот это может очень долго времени понадобиться, ребята, потому что нам придется дождаться, когда к нам в ресторан придет всадник без головы. Что ж, прошло некоторое время, он все-таки посетил мой ресторан, хотя я его не заметила, и говорит, что все задания выполнены. Итак, смотрим, что мы получили. Вот она, эта проклятая мебель. Два стула и один стул. И установив эту мебель себе в ресторан, к нам будут приходить проклятые гости. Ну вот и все, ребята. Буквально за один день я прошла этот ивент, потому что у меня довольно развитый ресторан, и все быстро довольно-таки выполнилось. Что ж, ребята, теперь вы знаете, что нужно делать, как проходить этот ивент. Надеюсь, видео было для вас полезным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк. На этом все. Пока-пока.